В минувшую субботу на стадионе «Спартак» встретились городской футбольный клуб «Анапа» и команда «Прогресс» Тимашевского района. Очередная игра в рамках высшей лиги чемпионата Краснодарского края была полна острых моментов. Анапчане открыли счет уже на первых минутах матча. Затем голы так и начали сыпаться в ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 4-0 в пользу анапского футбольного клуба. Второй тайм был еще более энергичным. В результате игра завершилась с разгромным счетом 8-2 в пользу анапчан. Городской футбольный клуб «Анапа», который по-прежнему уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата, не имеет ни одного поражения за всю серию игр. Так держать.